А, спроси, Брешка. А? А Брешка, это на этом этаже, нет? Брешка. Брешка? А, ну Брешка, ну. Ну что, на первый уровень, понимаете? А, это еще выше, да? А спортмастер? Спасибо. Тоже второй уровень получает. Ну я отсюда вам не... Да? А, ну понял, ну понял, ну... Чуть посмотрим. С триггерами. Да, фиксинг, не надо. Ну-ка, смотри, одежда, Бершка. Он сказал, второй уровень, да, получается. Бершка? Да, да, вот это нулевой, это первый, наверное, уровень. Бершка. Одежда, вот. Она черная, наверное, я думаю. Б, на букву Б. Blue, sense. Внимание! Владельцы автомобиля Kia 962 FS, срочно подойдите к своему автомобилю. Внимание! Владельцы автомобиля Kia с номером Т-962 FS, срочно подойдите к своему первый автомобилю. Нулевой мы подвалим. Бершка, вот он, Бершка. Так, определить сможешь примерно? Да, уже на полном. Или вот мы выходим, а ну все, пошли. Да, я знаю. Кому такое надо? Это у нас Олега более мощный, могли такой большой покупать. Да пока я не сейчас подожду. А, очки тебе дай. А я что, в бандане хожу, как дурачок? Да. В одной. Да, Саша, пока в кепке носишь. Смотрите, я запомнил, да? Вот, а, у тебя это, Саша, это, мы... Да, хотя у нас не рабочая же фишка, но... Пять карман. Вот, Саша, вот если туалет надо, смотри, Саша, смотри, туалеты, руки помыть можно. Нашел, да? Так, рубашечки, футболочки. Рейдерс. Ну, Саша, не, сейчас не хватает ничего, мы уж так набрали уже. Ну, я только посмотрю. Тем более не просто. И цены посмотри еще заодно. Да, да? Это женские, что ли, нет? Вот, кстати, Саша, эти рубашки, которые я видел. Которые фоткал. Так, это... Тыша. Да. Менокс. Евро. Элка. Элька. Вот, Вася, какая. Да, ты у меня такой. Зебра какая-то. Че это как? Юзе, евро, эночка. Ну, смотри. Опа, ну, это что-то интересное. А, вот, кстати, вот крючок. Крючок. Надо в коллекцию. А вот и где, что-то я не вижу. А, тут, во, а, во, есть. Саша, ки нужна у нас. У нас так уже набрали, Кимоки, потом все. Еще цены смотри. 38 размер, она тебе большая, блин. Так это не это. Это вот так. Видишь? Это не сет. Она не нормально будет.
вискозу что-то не похоже. Написано, что там вискоза. Я читал что-то. Вот где я там брал, вот в этом, там вот похоже. Саш, возьми пакет, мне неудобно. Есть какая-то тележка? Посмотри, корзину или тележку. Уже это вообще в руках таскать, это вообще такое. Во-во-во, алоха, 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 алоха. 36 СК, может быть. Она единственная. Вот это, а вот это. Элечка. Дамочка. Посмотри тележечку какую-нибудь там кассира. Ну как, зачем уже неудобно? Нет. Саша, наш сейчас, а? Ты нашел переодевалку? Тут, походу, их нет. Так нет, бывает, есть, спроси. У кассира спроси, да и все. Нашел. Нашел, да? Знаешь, что, посмотри, увидишь розовую футболочку, видел, по-моему, першки видел. Она стоит что-то вообще дешево, 400 с чем-то, по-моему. Или 300. Вот. Да, футболочка, а, вот, да-да-да, мужская. Может быть, я не знаю, сейчас посмотрю. Нет, там без надписей. Видишь еще надписи? Вот, Beer Play. Без этой, без них. Без них надо, смотри. Цена 590, нам дешевле стоит. Оранжевый, оранжевый. А, кстати, может быть, ну-ка, ну это сиреневая вообще. Тоже с надписи. И косарь стоит, а там дешевле. Да надписи, знаете, лучше без них. С надписями сложно лук подбирать, а вот они более базовые, ними проще. Лен похоже, хотя вряд ли. Корзинку что, не нашел, то ничего не видно, нету что ли? Такого быть не может, все равно должны быть корзинки, бог в магазинах. Какой крючок? Крючок. Где он? А, так у меня там на крючах, там есть на крючах. Ну, чтобы это... Да. Ну, и... А? Смотреть, как они выглядят. А, нашел, да? М-ку я на МКС. О! Что ты просто? Наверное, да, она, наверное. Она же меньше стоит. Я не помню, я не помню, что она там. Подожди, подожди. Это Элка. Короче, так положу.
Yeah.